Поехали. Йоу-йоу, всем привет, чички-парниши, всем привет. Сегодня мы снимаем обзор на нашу хату. Поехали. Ближе. Смотрите, значит, здесь мы готовим. Здесь происходит все самое интересное. Здесь происходит питание, здесь происходит... Короче, мы здесь едим, я не придумал больше ничего. Что, нормально? Ладно, да, здесь все показали, идем дальше. Здесь наваливают нормальные басы, нормальная музычка. Громче не делается, к сожалению. Нормально. Идем в двор. Самый большой двор. Нет, туда идем. Я понял. Я, чтоб ты был в фокусе. Стоять. Так, куда тыкаем на ИСО? ИСО и да. 200. Это не оно. Блять, я что нашел? Что ты сделал? А, вот ИСО нашел. Все, пойдем. Полетели. Так. Смотри, у нас декоративная дверь. Покажи нам ее. Воу-воу, она очень клево светится, когда проходим сюда. Ночь. Здесь у нас самый главный двор. Здесь мы все едим, здесь чилл-аут-зон. Значит, это поближе. Да, да. Это luxury place. Это самое крутое место здесь. Зонтик, лежак, подушка, все, что нужно. Идем в нашу почивальню. Блять. Оператор, я никудышный, нахуй. Просто не с привычки. Это наш гетто-район. Его не видно, ну короче, потому что, ладно, не будем уже повышать ИСО, там душ, короче. Идем за мной. Где открыто, это наша дверь. Заходим внутрь. ИСО я повысил. Повысил? Да. Намного? 1600. Давай еще больше. Тут слишком темно. Нормально? Вот так. Еще огонь. Короче, здесь мы располагаем огромным шкафом, комод, я не знаю, что это, блядь, полка висящая. Прекрасная раковина, выполнена из европейского мрамора. Кран. Не важно, что это, короче. Работает он под вот таким приспособлением. Открыл, закрыл. Закрыл, сука. Открыл, блин. Все нормально. Здесь огромный шкаф с одеждой, но мы там не храним. Мы его покажем чуть позже. Это снимет. Это спасает нас уже четвертую ночь. Сука, лицо твое обрезал. Насрать, проходим дальше. Здесь мы видим три огромные шестиспальные кровати. Кровать номер один. Заниженная версия кровати. Кровать номер два, чуть-чуть повыше. Кровать номер три. 20-местная огромная кровать. Это самое лучшее, что есть в нашем номере. Люкс, который мы снимаем за 15 тысяч долларов в сутки. Проходим дальше. Здесь мы видим. Ладно. Огромная ЖК-приставка, телевизор на 37 миллионов дюймов. Работает кабельное ТВ, 60 миллионов каналов. Где-то была, наверное, приставка Sony PlayStation 8. Очень крутое место. Ладно, экскурсия закончена. Больше вам есть показать. Грубо.